организму. Зимой нельзя получить штраф за парковку на газоне, потому что невозможно оценить вред, нанесенный зеленым насаждением. Но это вовсе не означает, что парковаться здесь разрешено. Еженедельно сотрудники отделов ЖКХ проводят рейды по дворовым территориям с целью устранения нарушений. Под демонтаж идут автоблокираторы, цепи и другие ограждающие устройства. Фантазии нарушителей нет предела. Как будто бы все забыли, что противозаконный захват территории попадает под административную ответственность. Подобные действия автовладельцев нарушают статью 10 закона Чувашской республики и правил благоустройства города Чебоксары. В январе и феврале текущего года специалистами отдела ЖКХ администрации Ленинского района и совместно с отделом полиции и управляющей компанией демонтировано 28 метров цепей и 15 автоблокираторов.